Звучит сегодня во многих душах, но как мало тех ребедогламанерикей, которые прислушиваются к нему, арбидегламанерикейрос. И я сегодня кричу в уши народа моего, арбидеглайсен, и я предупреждаю свой народ о том, чему надлежит быть, арбидеглайсен, потому что сближается мой народ к испытаниям большим, арбидеглайдерикейрос, и долину испытаний не все способны пройти, арбидегламанерикей, и я потому буду отзывать арбидеглайсен. Гламанес многих, арбиде грайдери, геродери, гейрос. Но я хочу подготовить арбиде глайсен, свой народ и детей своих снарядить, алфинте краманери, герос, чтобы они прошли арбиде глайсен победоносно, албире, кейрос, чтобы церковь моя явила свет этому миру, арбиде гламбаре, геродери, гей, ибо будут умножаться болезни, арминте крайсен, и слухи военные по земле потекут, арбиде глайсен еще больше, арбиде лайри, Дерегей. И народные восстания будут, алвирекей, и волнения будут, алавирекейрос, сенто краман ригейрос, и разное будет, дети мои, арабиде гламанес. Но я хочу церковь свою поднять в это время, арбиде гламан ригейрос, и явить славу свою, и явить силу свою через детей своих, алфиде краман ригей. Поэтому призываю народ в свой к святости, арбиде глайсен. Поэтому возбуждаю дух молитвы в детях моих, ремене рекай. И хочу, чтобы слушались, арбиде гламан регей. Когда дух святой побуждает молиться, арминте краманес. Все нужно оставить и прийти пред лицо Господа, говорит Господь, арбиде глави регейрес. Ибо имею нечто говорить, арминте клайсен. Но как мало готовых слушать и принять и послушаться. А я говорю вам, дети мои. Ребету Глори Деро Гейсен. Открывайте сердца свои и уши сердечные, Ременто Гломен Ригей. Привыкайте к тому, чтобы слушаться Духа Святого, Элефиде Граманес, и делать шаги веры за Ним, Арминте Краманес, чтобы не водиться умом своим, но идти по Духу, Алфиде Краман Ригейрос, потому что приходит такое время, и близко уже очень, Арбиде Глайде Ригейрос, что без силы Духа Святого мало кто устоит, Алфанте Кремен Ригейрос. И многих ветер унесет, алвире кей, ветер лжеучений и ветер перемен, алвире кейрос, шире гейро, геро гейрос. Но церковь моя, истинная голубица моя, истинные дети мои, арабиде гей, они восклонят головы свои и выступят в силе Святого Духа. Ибо хочу еще посетить этот мир, арбиде гламан и гейрос, чудесами и знамениями многими. Ибо хочу еще явить силу свою в исцелении, алавиде граманес, во спасении душ, арбиде гламан и гей. И я готов излить силу свою на церковь, говорит Господь, арбиде гламанес. Но как мало готовых, арбиде глайсен, как мало тех, которые готовы принять, арбиде глайдере, геро деригей, как мало тех, которые готовы служить, арбиде гламанери, геро деригей, не господствовать в народе моем, арбиде граманес, но припоясаться и омыть ноги ближнему своему, алариде краманери гейрос. И я говорю вам, дети, алфиде краманес, вы взирайте на меня, алвире гейрос, ибо я ваш Господь и Учитель подал пример, арбиде гламанес. И каждый, кто идет этим путем, арбиде краманес, есть истинно мой, арбиде глори эрминте краманес. И я говорю вам, дети мои, ребето кломане ригейрос, я хочу прославить имя свое через церковь свою, алфиде кламане ригей. Поэтому буду очищать церковь, арбиде грай. Поэтому буду освящать церковь свою, арбиде глайсен. Поэтому буду очищать сосуды свои, говорит Господь, алвире кейрос. Я буду действовать через тех, через кого вы не ожидаете, алавиде краманес. Я буду поднимать тех, которые ничтожны в глазах людей, говорит Господь, арбиде гламанес. Я буду брать в удел тех, которые чисты сердцем, армине кайдери герос, которые не согрешают, алвире гейсон, но хранят себя в любви моей, арминте краманес. И я буду являть силу свою и славу свою, алавиде краманес. И я буду приходить чудесами и знамениями, арминте краманес, потому что время последнее, арабиде а от церкви ожидаю, арабиде грайсен, достойный плод покаяния, алафиде краманес, что ходят путями своими, алариде гейсен, что ставят волю свою во главу угла, арабиде граманес, и в жизни своей не взирают на Господа, араминте краманей, но исполняют то, что хотят, алфиде краманери гейрос, поэтому
поэтому еще не раз потрясу Алфиде Краманери Гей, многих Арбиде Гламанес, и многие светильники сдвину с их места, Алфиде Граманери Гейрос, чтобы научились чтить Господа, говорит Господь, чтобы научились благоговеть предо мною, Арбиде Гламанес, чтобы научились почитать имя святое мое, говорит Господь, и не бесчестить его перед народом, Арбиде Гламанери Гейрос. И я говорю вам, дети, Арбиде Гламанес, будьте готовы, Арбиде Грейсен, будьте готовы услышать зов и ответить на него, Алфиде Краманес, ибо много еще есть труда, много труда в винограднике моем, Ремену Рикей, но как мало старательных делателей, как мало тех, которые готовы душу свою, Арбиде Гламанес, положить за друзей своих, Алфиде Грейсен, а я напоминаю снова и снова, кто хочет сберечь душу свою для себя, Арбиде Гей, тот потеряет ее. Но кто положит душу свою ради имени моего, тот приобретет ее, Арбиде Глейс, и получит великую награду из руки моей, говорит Дух Святой ныне. Аминь.